Здравствуйте, миссис Чен. Как дела, Эдди? Да, в общем, все по-старому. Ясно. Ну что, какими деликатесами тебя сегодня порадовать? Шоколадкой. Ладно, понял. Секунду. И деньги из кассы. О, боже. Ну, сколько ж можно? Шустрее. А вот этот плохой? Да. Припрешься сюда еще раз. Даже так. Если ты, козел, не прекратишь кошмарить людей в этом городе, мы тебя год найдем, отгрызем руки, обглодаем ноги, а затем сорвем рожу с черепушки. Ты меня понял? Прошу. Да. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Доходчиво? Что же ты такое? Мы Веном. А знаешь, я передумал. Прошу. Эдди, что это было? О, какую-то заразу подцепил. Да. Доброй вам ночи. Значит, заразу? Да, но я же это любя. Не наезжай. А ну, быстро извинись. Нет. Быстро извинись. Ладно, чего ты завелся? Прости. Ну, и какие у тебя планы? Мы можем делать все, что захотим. Chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch on to you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. Cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you, the Austin fools. I'm the super villain, dad and mom was losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me. I got that adrenaline, and I'm not going, but I'm never gonna slow up, and I'm ready to snap.